В Кишиневе снова митингует оппозиция. Поводом для новых акций протеста стало повышение тарифов на электричество. Несколько тысяч человек собрались у здания президентской резиденции, требуя отставки главы государства. И вот на этом фоне сегодня опять заговорили о необходимости прямых президентских выборов. Либеральная демократическая партия Молдавии обратилась в Конституционный суд с требованием отменить принятые 15 лет назад поправки в основной закон страны, согласно которым главу государства выбирает парламент. Неделю назад вместе с социалистами они уже предпринимали аналогичную попытку, однако суд их предложение не стал рассматривать из-за ряда неточностей.